Мороз и мокрый снег привели к образованию наледи на дорогах. За последние сутки около 50 человек обратились в Институт скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести из-за падения на льду. Большинство пострадавших отделались легкими ушибами, но бывали и более тяжелые случаи. Врачи призывают население проявлять осторожность и обуваться по сезону. За последние 24 часа в Институт скорой медицинской помощи доставлено около 50 человек с различными травмами, полученными в результате падения на льду. Некоторые пациенты доставлялись с вывихами, растяжениями голеностопного сустава, ушибами. К счастью, никому не понадобилась госпитализация. В основном из-за наледи на дорогах пострадали граждане в возрасте от 40 до 50 лет. В холодный период года мы призываем людей проявлять осторожность, особенно когда дело доходит до ступенек, которые покрываются льдом и представляют опасность. Кроме того, не стоит бегать по тротуарам, а обувь следует выбирать по сезону, чтобы избежать травм. По данным синоптиков, в последующие дни нас ждет потепление. Температура воздуха днем во второй половине недели прогреется до 9 градусов по Цельсию. Ночью столбики термометра покажут от 1 до 4 градусов со знаком «плюс».